В конце уходящего года состоялась встреча главы района с президиумом Совета ветеранов Ленинского района. Представители старшего поколения поделились с Сергеем Кошманом успехами в работе, которая велась в 2013 году, и все вместе обсудили планы на будущее. На встрече с президиумом Совета ветеранов Ленинского района Сергей Кошман в лице присутствующих выразил благодарность всем людям старшего поколения за поддержку и участие в решении многих насущных вопросов. Особенно глава отметил работу ветеранских организаций по патриотическому воспитанию молодежи и участие в прошедших выборах. Ваш авторитет, безусловно, способствовал тому, что Андрей Юрьевич Воробьев набрал очень весомую и серьезную поддержку избирателей. Дай бог, чтобы теперь из тех планов, которые им озвучены, все было исполнено. На базе района были проведены важные мероприятия областного и федерального уровня. Ветеранский актив во всех принимал активное участие. В этом году знаковое событие, большое событие было и в истории, можно сказать, нашей ветеранской организации. Мы провели очередную отчетно-выборную конференцию, которая проходит раз в 5 лет. Мы избрали новые органы власти, нашей власти, организации нашей ветеранской. И на местах, и здесь, в центре. Мы выстраиваем по новой схему и систему работы нашего ветеранского актива. Традиционная встреча ветеранов и Сергея Кошмана вылилась в задушевный разговор о добрых делах, сделанных в районе в уходящем году. Поэтому мы работу ведем. У нас уже большая работа. У нас приходят детей очень много из школы, о которых рассказывают. Мы встречи делаем с узниками. Их. Потом сама я хожу по школам. И в московской школе была я вот здесь, в Орехово-Борисово. И в своей школе все это рассказываем, как было. Потому что я сама ребенок тоже военный. Работа с молодежью, работа с ветеранами на местах. Вот мы сейчас обследуем каждого ветерана, какое его состояние, как он живет. Для Московской области и Ленинского района 2014 год юбилейный. Исполняется 85 лет со дня их образования. 2014 год и год юбилеев завершающего этапа сражений Великой Отечественной войны и подготовки к 70-летию Победы. И к этим событиям мы будем готовиться вместе и должны подойти с хорошими результатами в нашей совместной работе. Выразил убежденность глава района на встрече с ветеранами. Людмила Медведева и я, Дамя Елена Кошлева, Видное ТВ.